Более 20 лет он посвятил производству и прошел почти все звенья трудовой цепи. Лучшим специалистом по итогам месяца был признан Андрей Вавилов, сменный мастер оперативно-производственного участка цеха водоснабжения ММК. Благодаря чему он добился столь высокой оценки, расскажем далее. Задача оперативно-производственного участка цеха водоснабжения – это своевременная подача промышленной и пожарно-питьевой воды потребителям. За бесперебойную работу отвечает Андрей Вавилов. Он пришел в ЦВС в 2000 году электромонтером, затем был мастером у электриков, после диспетчером и, наконец, сменным мастером. Причем навыки, полученные в самом начале, востребованы до сих пор. Бывают аварийные ситуации, в которых у нас работает водоотливная техника. И бывает, и отказывают и водоотливной техники. И, допустим, это очень далекое расстояние, ну, находится от нашего участка. Электромонтеров рядом нет. Приходится мелкие замечания самому устранять по электрочасти. Доменный цех – сталеплавильное и листопрокатное производство. Вода востребована практически на всех переделах ММК. Потому и объекты цеха водоснабжения располагаются по всей территории комбината и даже выходят за его пределы. 48 насосных станций, 5 комплексов оборотного водоснабжения, гидротехнические сооружения и более 600 километров сетей. За всем необходим глаз да глаз. И с этой задачей едва ли кто-то справится лучше Андрея Вавилова. Цех водоснабжения располагает достаточно большим объемом сетей промышленного и пожарно-питьевого водоснабжения. Огромное количество колодцев, более 2000. Специалистов, которые обладают такого рода знаниями, в цехе практически не осталось. Он один из немногих, кто очень хорошо, если можно так сказать, знает географию расположения тех или иных объектов, знает технологии и умеет совместить все эти вещи. Грамотный специалист, я бы даже так сказал, профессионал своего дела. Вот к нему прислуживаются молодые рабочие, рабочие, которые уже давно работают. Зарекомендовал себя как именно мастер, руководитель. Находится у нас он в резервах на замещение руководителей. Самоотверженный труд приносит и результат. Андрей Александрович, безусловно, рад высокой оценке лучшего мастера. И без ложной скромности замечает, действительно заслужил. Однако главное для него другое – искренняя любовь к делу и производству. Очень нравится. Очень разнообразно. Ну, то есть нет такой однообразной работы, которая бы наскучила. Ну, и то есть надоело бы работать в этом цеху. Здесь каждый день, каждую смену, каждый час все меняется, каждую минуту. И очень интересно работать. Павел Берсенев, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН.